Романтик! Давай быстрее! Все, я умылся! Ура, наконец-то! Так, все, умываемся! Давай! Оба! О, Романтик! Ты что делаешь? Я еще не умылась! Я пытаюсь вам его поднять! Ну, Романтик, поднять! Все, девочки! Отряды, вижу, у вас уже подходит к концу ваши утренние процедуры, а сейчас у нас зарядочка, поэтому на построение! Если день насчет зарядки, значит все будет в порядке! Нам пилюли и микстуры, и зимой, и в холода заменяют физкультуру и холодная вода! Вижу ваше хорошее настроение, значит, день сегодня пройдет отлично. Сегодня у нас вместо пробежечки и зарядки будут водные процедуры. А кто мне скажет, где спортсмен? А, ну я не знаю, может, в палатке спит? Я очень на это надеюсь. А, Романтик, а ты чего молчишь? Ты же в отряде мальчиков, где спортсмен? Ну, я вчера ночью проснулся и видел, как он одевался. Потом он побрызгался туалетной водой, написал кому-то сообщение и тихонько-тихонько ушел. А может, он к той девочке пошел, с которой созванивался? Катя, не нагнетай. Ну я же просто предположила. Ну вот и все. Ну вот и ладно. Спортсмен? Ты где был? Где я был? А я был на пробежке. Вы рано утром, пока все спали, я встал тихонько и решил вокруг всей территории лагеря побегать. Джессика, Кэт, можете мне, пожалуйста, калитку открыть? Кто тебе разрешал выходить за территорию лагеря? Романтик, открой, пожалуйста, калитку. Ага. Ну, сейчас ты зайдешь на территорию, я тебе устрою, на пробежке он был. Ага, не верь ему. Я по его глазам вижу, что он врет. Да не вру я! 100% с этой девочкой гулял всю ночь. Катя, ты опять начинаешь? Ну я не начинаю, я просто тебе говорю. Не, ну действительно, Даша, Катя права. У Руслана глаза прям блестели от счастья. Нюша, и ты туда же. Девочки, вместо того, чтобы меня подбодрить и успокоить, вы только накаляете обстановку. Подруги называется. Ну что, давай рассказывай. Всю ночь гулял с подругой, с которой по телефону говорил, да? Романтик, да ты чего? Ты что, мне не веришь? Ты же мой корефан. Мне реально утром скучно стало, и я решил вокруг лагеря побегать. Да ладно, что ты врешь? Я ночью просыпался и видел, как ты туалетной водой отдухался. Потом отправил кому-то сообщение по телефону, а потом с такой вот счастливой улыбкой выбежал из палатки. Ну ладно, короче, не хочешь рассказывать, не надо. Погнали на построение. Да чего вы мне все не верите? В коем веке решил правду сказать, а они не верят. Ладно, пойдем. Погнали. Девочки, а вы чего вообще стоите? Вы слышали, что сказала вожатая? Что сегодня мы можем не делать пробежку, не делать зарядку, а сразу пойти и покупаться в бассейне. Ну давайте, давайте. Так, Нюша, мне сегодня никак не до бассейна. Мне надо серьезно поговорить со спортсменом и узнать, где он гулял. А самое главное, с кем? Катя, ты опять начинаешь? Да что я? И вообще, что ты ко мне пристала? Это я к тебе пристала? Это ты ко мне пристала? О, а вот и спортсмен. Ну чё, спортсмен, давай, отмазывайся. Где ты всю ночь был? Здравствуйте, Джессика Кэт. А я правду говорю. Мне правда утром стало скучно, и я решил побегать вокруг территории всего лагеря. А еще я решил грибочков пособирать. Ну и чё, где твои грибы? Чё-то я их не вижу. Ну, их там не было. Ребята, чего вы к нему придираетесь? Я ему верю. Он же спортсмен, он так форму держит. Так, бегом на построение. Раз, два, пацаны, три, четыре, и девчата, пять, шесть, кто же мы? Обалденные ребята! Вот так уже хорошо, вы слышали, что я сказала? Купаться! Ю-ху! Купаться! Так, спортсмен, ты никуда не идешь, нам надо с тобой поговорить, идем!
покажи, кто в отношениях главный! Спортсмен, что происходит? У нас в отношениях все было хорошо! Так у нас и сейчас все хорошо! Да ладно! Ты меня можешь игнорировать, не подходить ко мне! И девчонки говорят, что ты, возможно, этой ночью был с какой-то девушкой! Какой девушкой? Я за грибами ходил! Какими грибами? Ты чего мне лапшу на уши вешаешь? Почему вы мне все не верите? Я вам правду говорю! Катюха, а ты что за деревом прячешься? Чё в бассейн не нырнула? Нюша, да успей я ещё накупаться. Там такие разборки, а Катюха ничего не может пропустить. Я сейчас вернусь. Ну что, Нюша, поиграем? С кем? Со мной. С тобой? Да, со мной. Ну ты же как всегда проиграешь. Не проиграю. Ха, ну посмотрим. 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 Ну вот и всё. Ну вот и всё. Ну, спортсмен, променял Дашу на какую-то девку. Хм. Я тебе не верю! Да почему ты мне не веришь? Да потому что, когда человек врет, у него глазки бегают, как у тебя, ручки дрожат, как у тебя. И вообще, спортсмен, когда ты мне врешь, я это всегда чувствую. Зачем ты так? Да я не вру! Все, мне надоело оправдываться, разговор закрыт! Ну, спортсмен! Ай. Что, опять поругались с Дашей? Да! Не умеете вы дружить? Да! А уже взрослые, пора бы научиться! Да! Джессика Кэт, послушайте, что-то я перенервничал и проголодался. У вас есть что-нибудь перекусить? Есть! Ладно, идем, накормлю тебя раньше времени. Есть, есть, есть! Знаешь! Интересно, куда это они побежали? Ну, наверное, спать. Да кто это днем спит? Я. Даша, ну почему ты как вот это вот? Поступи так же, как спортсмен. И как же? Ну, заставь его ревновать. Ну, давай разыграем такую сценку. Типа ты будешь разговаривать с каким-то парнем по телефону. Назови любое мужское имя, там, Петя, Вася, ну, сама реши. Станешь возле дерева, начнешь громко с ним говорить, чтобы спортсмен услышал и начал тебя ревновать. У всех свои заботы, все ссорятся, ругаются, а у нас наконец-то все хорошо. Ага. О, спортсмен, а ты чего там сидишь? Круассаны свои вечно хомячишь. Иди сюда к нам в бассейн, сегодня водичка такая теплая. Посторонись! Давай! Давайте! Оторвись посредине! Итак, Ну, Даша, ну давай действуй! Как раз спортсмен все услышит! Да действую я, действую! Алло, Стасян, приветик! Да, я тоже за тобой очень соскучилась. Ты хочешь погулять? На свидание? Ну, ты же знаешь, что у меня есть парень. А, он тебе не помеха. Ясно. Ну, а куда мы пойдем? А ну-ка, тихо-тихо. В ресторан? А какой ресторан? Итальянский? Ну, хорошо. Тогда я сегодня одену свое любимое платье, накрашу губы красной помадой, а еще одену свои любимые черные каблуки. Ну, все. Сегодня в 12:00. Муа. Не верю. Наверняка сама собой разговаривает и просто хочет, чтобы я поревновал. А я бы на твоем месте, спортсмен, насторожилась. Ну что, давайте дальше играть. Давай. Давай. Лови. Не словишь. Не сработало. Даша, придумай какой-то новый план. А то у меня
идей больше нет. Катюха, ты что не придумаешь, ничего не получается. Так, о! Так, надо говорить погромче, чтобы наверняка. Алло, Стасянчик, я это чего тебе звоню? Это, может быть, тонуй вот тут итальянский ресторан? Может, завалим к тебе на хату, устроим тусовку, позовешь своих друзей? Я могу взять с собой Катюху, она твоему другу, помнишь, нравилась? В общем, я думаю, будет весело. Да, больше никого звать не буду. Угу, все, давай, люблю, целую, обнимаю. Ага-ага, уже ревнует. Класс, класс, класс! Отряды, быстренько все из бассейна. Водные процедуры закончились. На построение. Как водичка, отряды? Отличная! Накупались? Да! Завтракать хотим? Проголодались? Да! Особенно я! Ты? Да ты только что круассан один схомячил вне очереди! Я видела! Да какой только что? Уже вон сколько времени прошло! Я опять проголодался! Вижу, что вы проголодались. А как вы думаете, ребята, что вожатая вам приготовила на завтрак? Моя любимая манная каша с комочками. А овсянка с ягодами? Или сырники с вареньем? Или яишенка с бекончиком? Романтик, о, что? Что ты на завтрак любишь? Яишенку с беконом. Вообще-то я люблю яишенку с беконом. Ну, я тоже. Ну и все. Вы почти угадали. Это яишенка с колбасками. И сейчас я вам ее принесу. Классно, классно. Так, Даша, у меня есть новая идея. И она точно сработает. Точно? Точно. Катя, ну куда ты меня тянешь? Идем. Ну, ответь. Идем. Ну, идем. Что ты на этот раз придумала? На этот раз идея гениальная. Так, что там написано? Привет, друг. Если ты выполнишь мою просьбу, ты получишь ведро мороженого, ящик пепси-колы и новый игровой ноутбук. Новый игровой ноутбук! Так, что там дальше? Что делать нужно? Так, ты должен привести Дашу в лес к стрёмному домику на дереве. И тогда ты получишь все, что я тебе пообещал. Ты меня понял? Тебе должны помочь Нюша и Романтик. Ага, а если они не захотят мне помогать? Ну ты понастойчивее, убедительней будь. Они же наши друзья все-таки. Ну хорошо, я постараюсь. Что это? Что происходит? Нашу палатку несут куда-то. Куда? Зачем? Куда? Куда Романтик палатку понес? Что происходит? Дэн, ты куда? Я выполнил твою просьбу! Я жду мороженое, пепси-колу и новый ноутбук! Что это было? Где мы? Мы в лесу? Кто нас сюда принес? Ребята, пишите в комментариях, кто нас сюда принес. А также ставьте этому видео лайк, если вы хотите продолжения. А также подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Вот так!